Первый вопрос. Ну, все-таки очевидно, что команда, конечно, это уже ПНР играет с нами. Но все-таки можно было сыграть лучше. Ну, я хочу сказать, что победа команды соперника сегодня закономерная, я считаю. Но мы пытались играть, пытались противодействовать, пытались свою игру навязать сопернику, но просто команда соперника сильнее. Здесь разговор, мы очень много единоборств проиграли в первом тайме. Временами мы у нас получались, и свои действия, то, что мы хотели, временами, да. Но наши атаки были, несли опасности такой, как атаки соперника. Мы практически все, каждая атака, которая доходила до завершающей фазы, она была опасна. Все опасно стояли себе, очень хорошие нападающие. Очень ровная команда, и я считаю, что по праву занимают первое место в нашей зоне. Достойный выхода в финалях. Мне хотелось бы, как, я думаю, что фактически уже почти оформили путевку в ФНЛ. Уже планы, наверное, есть на будущее? Или как вы считаете? План у нас один, мы его не оформили. Когда закончится чемпионат, и официально, когда уже мы выйдем, тогда спасибо, но преждевременно это все. А план один, мы готовимся к следующей игре. Ну, вы как считаете, сегодня соперник оказал хоть вам достойное сопротивление, как вы считаете? Да, команда, и мы опасались так за результат этого матча. Опасались, почему? Потому что команда хорошая, результаты хорошие показывают. Сбалансированная команда во всех линиях. Всегда играющая на результаты по результату. Анализ показывает, что команда набрала одинаковое количество очков и дома, и на выезде по 18. И мало пропускает, четвертый показатель в лиге по пропущенным мячам. И если брать, команда не потерпела ни каких-то таких разгромных поражений, но и, допустим, и не обыгрывала крупно. А все время играет, ну, так, один мяч, если забивают, то они уже по счету и за результат они, так скажем, оберегают этот результат. И мы опасались этой игры, и команда достойно сопротивления оказала все. Но здесь немножко, скажем так, объективно, если брать, то и в организации игры, и исполнительское мастерство Файкова немножко повыше, но нивелировалось это все в связи с тем, что качество поля, ну, не выдерживает, скажем так, никакой критики. Ну, да. По вашей команде это не скажешь. Вы достаточно хорошо и играли, и в пас, и... Ну, старались, потому что я даже ребят просил на предматчевой установке, что не отходить от своей игры. Как бы ни было сложно комбинировать, а комбинировать на таком поле, естественно, сложнее немножко. Не отходить от игры за счет контроля мяча, за счет быстрого перехода в атаку, за счет скоростных атак сделать результат. Ну, достаточно организованно сыграли в обороне, и если анализировать, то у Пензы практически не было ни одного момента. Ну, последний, да, Чапелли, когда мог там отдать. Ну, да, но в добавленное время выход с левой стороны позиционно там ошибся немножко крайний защитник наш Дима Тихий. А так, в принципе, у них такой, каких-то сверхзадач они не поставили. А если брать даже на этом поле качество нашей игры, то, в принципе, наверное, после первого тайма должны были снимать все вопросы по победителю. Потому что такое количество моментов создано было в первом тайме. Порядка 2-3 мячей мы еще должны были забивать. Да, у Заболотного момента, у Бирюкова выход 1-1, у Бирюкова головой, у Ревякина при стандартном положении с площади ворот не забил все. Поэтому и опасность была, что какой-то один случайный момент, одно случайное, допустим, стандартное положение могло свести на нет усилия команды. Игра нервов, скажем так, но благо то, что
опять Антон здорово сыграл, закрыл мяч корпусом в штрафной площади. И там бесспорный фол, который закончился взятием с 11-метровых второй раз. Так я ребятам благодарен за то, что старались играть в футбол и показали и тот результат, который нам нужен, и, скажем так, даже на этом поле неплохое качество игры. Ну, еще раз вас с победой, с наступающим праздником. Спасибо, взаимно. Хороший подарок, я думаю, себе. Спасибо, пользуясь случаем, на вашей земле хотелось бы поздравить от команды «Факел» всех ветеранов Великой Отечественной войны, пожелать, не так их много осталось, пожелать здоровья всех и всех жителей области и города с великим праздником, 70-летием Победы. Спасибо.